Понял. Итак, там старт лошадей трехлетнего возраста русско-российской породы. До старта всех возглавил ночной мираж. За ним в спине талисман. Лошади в упорной борьбе проходят первый поворот. На первой позиции ночной мираж. Талисман пытается захватить ночного миража. Лошади подходят к первой отметке дистанции. Где Наташка? Первая отметка дистанции пройдена за 45 секунд. По-прежнему на первой позиции ночной мираж. За ним в спине талисман. Лошади проходят второй поворот и выходят напрямую. Ситуация на дистанции не меняется. Будут ли изменения на дистанции? Пока по-прежнему бег возглавляет ночной мираж. Вторая отметка дистанции пройдена за 37 секунд. Талисман отстает. По-прежнему ситуация на дистанции не изменилась. Бег возглавляет ночной мираж, за ним талисман. Лошади подходят к третьему повороту и будут заканчивать дистанцию. Третья отметка дистанции была пройдена за 43 секунды. Талисман делает сбой. По-прежнему на первой позиции ночной мираж. Талисман стоят на ход. По-видимому, на финишной прямой будет борьба. Ай. Первым дистанцией закончил жеребец ночной мираж. Вторым к финишному столбу подошел талисман.